Всем здорово, с вами Найт, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием «Другая игра по Sonic XZ». Я ничего не понимаю, что тут за другая игра по Sonic XZ, но в описании написано то, что «Возвращение легендарной крипипасты». А что тут другого, я не знаю, но Sonic ко мне вот прямо сейчас обращается. «Эй, я хочу тебе кое-что сказать». Так, Сэй, куда тыкать? Вот сюда? Или... А куда тыкать-то, чтобы продолжить-то? Чё ты мне хочешь сказать-то? Я хочу услышать то, что ты мне хочешь сказать. В смысле? Я просто нажимаю, ничего не работает. Блин, я надеюсь, что получится игру не сломать, но... Ну давай скажи мне, а? Что здесь происходит, что он хочет? Но просто отстерегайся его. А, глаза его немного расширились. Так, сы что? The limited time. Время ограничено. Нихера себе, это типа предисловие такое было к игре? Прикольно, прикольно. Так, нажмите старт. А, то есть Enter работает. Sonic уже недоступен, то есть он нам сказал дисклеймер, и он уже недоступен. Ладно, так, Tails, Knuckles, работник, и больше нихуя, да? Давайте за Tails'а. Блин, мне кажется ли эта игра более-менее проработана? Так, нажмите... А, соберите 50 колец. А почему... Tails, Sonic, у меня один вопрос. Какого хера я не могу прыгать? Окей. Так, а почему я не могу прыгать-то? Подожди. Ну там же вот еще кольца. Нет, я не могу. Я не могу прыгать. И чё, в смысле? Так, тут скорее всего работает такая херня, как в других каких-нибудь играх. То есть нажимать на все подряд, что-нибудь да и получится. Так, не... А! Серьезно? На клавишу А прыгать? Да, блядь! Ну, у меня... Я не знаю, а? Ну, давай, убивай меня! Я, Соник, разбирался с этим управлением, что ты меня поймал! Я не понимал, что тут да как работает. Какой кретин сделал прыжок Тейлза на клавишу А? Английскую. Русскую F. Какой кретин? Пухий Тейлз недоступен. Зато мы знаем, как прыгать. Спасибо, Тейлз. Ты меня научи... А, тут... Господи, блядь. Ладно. Показалось то, что Тейлз погиб. Из-за меня. Показалось. Так. Нихуя себе, как много тебя! А почему так много Соника? А я могу? А? В смысле? Я что-то не понял. В смысле? А, окей, за Наклза мы прошли. Так, а за Тейлза... А, за Тейлза все, мы не можем. А я не помню, мы типа нужного нашли, ударили, да и все, пощечину дали этому Сонику такое. Я, слышь, ты, не быкуй на меня. Ну а за этого пухляша что делать? Так, тебе надо найти постройку фейкера. Окей. Нам надо найти... Какие-то там запчасти или что? Так, 46 секунд. А в смысле? А что мне надо тут сделать? Подожди-ка. Может тут головоломочка какая-то? А в смысле? Я не могу прыгать! Соник, сука, ты обрезал мне управление! Я не могу прыгать! Там управление максимально простое. На А это панч, на... Ой. Нихера себе. Ты что, гороховый суп немного поел или... Ну, конечно, ну, конечно. Да-д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 а.
Давай, лети ко мне, а? Лети ко мне, я тебя жду. Ва-ва-ва-ва-ва. Ну и что дальше? А, то есть у нас один Наклз прошел, да? Та-та. Соник улетает. Нахуй. Хераси, у тебя желтые зубы. Спасибо, что помог. Теперь они умрут. Ты двигался слишком медленно и сохранялся тем более. Они никогда не будут спасены благодаря тебе. Потому что я год. Я он ли что-то теперь всегда теперь нал. Это убьет тебя. Меня сейчас убивает вид твоих желтых зубов. Что это такое? Ты чё? Я не знаю, пивас целыми сутками жрал или что? А, и у меня игра просто вылетела. Замечательно. Да, тут у нас все заново. И что это за новая игра про Соника? А? Не, я помню то, что какая-то игра по Сонику. Там файлы вот это вот Соника XZ переначал по-другому, типа, где этот ёж на тебя смотрит и говорит, я иду уже за тобой. И это выглядело реально стрёмно. А это что-то какая-то, ну, это не другая игра по Сонику. Да, местами она чуть-чуть попроработаннее, но... Ну, блин, что-то это не то. Так, Тейлз, в этот раз я тебя не похерю, потому что я умею уже прыгать. А это самое главное достижение. Так что идем, собираем. Опа. Ну, то есть, надо впритык тут успеть по времени, да? Так. Чуть-чуть еще осталось. В самом низу. Блять, как вниз упасть? Та-да-т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 а. Соник, сейчас тебе пи... Слышь, ты охуя... А где последнее? А где? Слышь, а ты чё за разводек-то такой? Где последнее? Я не понял, последнюю у хрень эту гони. Ну, он сейчас ко мне сюда поднимется. А, он даже дугу сделал, чтобы ко мне прилететь. В смысле? Это что за разводняк? Где последняя запчасть? В смысле? Я хотел Тейлза сейчас спасти. Я не знаю, может быть, я что-то не так сделал. Вот берем, прыгаем. Вот идем сначала наверх. Наверху все собираем. Я не знаю, вот... Окей, этих двух можем спасти, типа Наклз, Роботник, или как там его, Эггман. И все. Так, ну и... Так, 42 мы тут собрали. Хорошо. Теперь идем в самый низ. И только посмей мне, сука, сказать то, что тут сейчас будет недостаточно. Я сейчас тебе... Стоп, я не понял, это серьезно, я сейчас все похерил? Это серьезно, я тогда похерил и не обнаружил одну единственную вот эту вот колечко? Так, хорошо. Так, запускаем Наклза. Ну, ща мы тут быстренько все сделаем. Ща мы тебя быстренько найдем. Папа-пара, папа-пара, папа-папа. Все, этих мы спасли. Теперь остается жирная туша. Жирный, усатый, мохнатый. Короче, бегающий колобок. Колобок с ножками. Так. Идем сюда. Интересно, я пройду вот этот уровень быстрее, чем надо, или нет? Или примерно столько же времени сейчас уйдет. Так, берем, прыгаем на последний... Во, на последней секунде прыгнули. Так, все, идем обратно. На кольца нам пофигу, нам надо, самое главное, как можно быстрее. И Соник у нас тут разблокирован, нихуя себе. Так, а тут что надо сделать?
Типа мы его смогли спасти или что? И... А, ни хрена себе, это что тут произошло? Поздравляем. Стоп. Типа мы всех спасли, и Sonic XZ просто из этого нашего Соника просто ушел? А ты какого хуя тут делаешь? Титры. Игра сделана Пудом Абсенстаудо. Абестадо. Sonic XZ Spirits Made Sonic Fans 1990. Original Game Spirits by Sonic Team. Beta Test. Джага Джога. Блять, короче, там дохера ников. Окей. Sans by Toby Fox. Спасибо, что поиграли. Нихуя себе. Вот это да. Решил напоследок пройти третий раз. Ну, как говорится, боженька любит троицу. У меня тут сейчас на столе как раз Sonic стоит, держатель геймпада. В инстаграме я уже выкладывал пост, то, что приобрел такого замечательного ежика. Он у меня сейчас вот прям перед монитором тут стоит. DualSense держит. Ну, а на этом я думаю то, что тогда все. С вами был Найт. Если вам понравилось данное видео, вы хотите больше видеороликов по данным играм, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь видео с друзьями. И всем до скорой встречи. Всем удачи, всем пока.